Что, ребят, всем приветствую, мы продолжаем проходить Tomb Raider-то, да, и мы остановились с вами на том, что мы узнали, что из-за чего буря, да, у нас происходит в игре-то, и, собственно, мы шли такие оттуда, ой, такие спокойненько, да, и нам по рации говорит какая-то девушка, накричала, сказала, алло, приходи, все, ББ, нахуй, и мы, собственно, сейчас туда и бежим. Кто не был прошлую серию, там, ссылочка в описании на плейлист, в принципе, да, в первую очередь, и подсказка правым левым или верхним, или левым, короче, правым верхним или левым верхним, левом верхнем углах, в каком-то из этих углов будет подсказка на плейлист и на предыдущую серию посмотри обязательно. Очень интересная игрушка. Вот, а так у Саши поудобно, кладывай кушать обязательно. Приятного аппетита, кушать, прям пейте кофе или питья воды. Надевайте пледик обязательно, у Саши поудобнее. Приятного просмотра. А мы, собственно, начинаем. О, привет! Так, собственно, шо? Так, let's go, давай. Опа! Опа! Идем спасать своих друзей. Любимое место. Еще бы. Но какой у нас выбор? Чужаки спрятались на берегу. Почему мы туда не пошли? Отец Матиас не желает, чтобы кто-то ошивался рядом с той базой. Вот черт. Блядь, не попал. Ну давай, дурачок, ну. Бан нахуй. Не, я не упущу шанс. Сейчас мы все сделаем. Это моя ловка, сукины дети! Я сдохну, вы это не получите! Ну сколько кораблей лежит, ё. Ты сколько кораблей видишь? Вообще жестко. Что, уроды, получили? Спасибо. Пожалуйста. Серьезно. Я думала, мне конец. Их нигде нет. Что случилось? Когда все началось, Уитман забрал Сэмми и исчез. Он увел ее к Матиусу. А мы не верили. Черт. Я тебе не верила. Что будем делать? У нас есть катер. Пойдем за помощью. Они этого и ждут. Ты была права насчет Уитмана. Ты же сама видела эти бури. Они топят и сбивают все. Во время Второй мировой здесь были ученые. Они считали, что этими бурями что-то управляет из ритуального зала. Послушайте, я еще пока не все поняла, но Сэмми увели. Это все связано. Если мы уйдем, не узнав правды, погибнем. Так же, как те пилоты. Так же, как Рот. Слушайте. Что бы здесь ни было, пусть Лара разберется. Возвращение в это осиное гнездо, самоубийство. Ее ведут не туда. Они направляются в ритуальный зал. По этому притоку мы к ним подберемся. Let's go! Рейс, я знаю, как сильно ты рвешься домой к дочке, но борьба еще не окончена. Очень прошу тебя, ни о чем не спрашивай. Просто доверься мне. Ладно. Окей, Черик, погнали. Let's go! Тима, блядь, собралась. Как будешь готова, поднимайся на борт. Я буду готова? Я готова. Ладно.
Вот для чего здесь столько лута. Я что-то здесь чувствую. Что-то такое из далекого детства. Когда у моего отца случались припадки бешенства, мы с братом прятались от него, и он рассказывал мне сказку о русалке с рифа. Я помню этот непреодолимый зов океана. Мне хотелось убежать от всего и броситься в безмолвные воды. Когда я сейчас вижу прибрежные рифы, мною вновь овладевает это желание. Зеленые водоросли, колышущиеся в островах кораблей — это волосы русалки, а соленые брызги волн, бьющихся о скалы — ее слезы. Лара права, этот остров проклят. Тут обитает неистовая сила, которая ни за что нас не отпустит. Если случится худшее, я позволю русалке забрать меня. Я уплыву отсюда прочь и там, среди волн, повстречаюсь с моим братом. Иона, прозрение. Думаю, Иона первым понял, что остров... Я найду способ вытащить всех нас отсюда. Понятно. Ну, let's go. Поехали. Дробовик, да, там? Или что? Урон. Не, не мне урон нужен, 100%. Добрый вечер. Или больше ничего? Глушак не так сильно. И лук, да, у нас было еще. Бля, вот разрывные, конечно, было бы неплохо. Вот это у тебя прям классная штука. Давай вот так вот, ладно, по мелочи фигнем. Сохраняемся и let's go. Отправляемся с вами в очень увлекательное путешествие. Вы скажете, можно здесь побегать, собрать лут, я понимаю, но, ребят, зачем, да? Но это все делают, думаю, это не будет очень интересно, поэтому пойдем так. Лара, скажи, что ты хочешь найти? Правда хочешь знать? Нет, но все равно ответь. Душа древней императрицы Солнца заперта в мертвом теле. Ее гнев — причина здешних бурь. Если мы уничтожим тело, бури прекратятся. Так. А зачем Матиосу Сэмми? Не знаю. И это хуже всего. Да, я понимаю, план безумный. Да, безумный. Но безумие — все, что у нас осталось. Попробуем. Было бы прикольно, если это финал, да? Если это финал, то будет жестко. Ладно. Пошли. Нет. Вы с Рейс будете сторожить главный вход, а я пойду за Сэмми. Пойдешь туда одна? Больше людей, выше шанс, что нас заметят. Вы нужны здесь. Убейте столько ублюдков, сколько сможете. Это будут не только братья Солнца, еще другие. Самураи, штормовые стражи. В общем, стреляйте во всех, кроме Сэмми и меня. Тенчик мой, мы не прощаемся. Я не прощаюсь. Мы тебя прикроем. О, жестко, жестко. Так, нам куды? А ее, опа. Say.
эти... Штурмовые стражи. Люди. Они охраняют монастырь. Ждут, когда их представит новая императрица. Это сделает тот, кто вернет ее нам. Ну, разумеется, разумеется. Я встречался с такими обычаями. Пора сорвать куш, Джеймс. Что он делает? Понятно, понятно. Меня зовут Джеймс Уитмен. Я пришел к вам с миром и привел новую императрицу. О, нет. Императрицу. Как это по-японски? Вашу... Дё! Что за звуки? Что за скримеры? Хоть скримеры, что за звуки-то? Ой, бля. Подожди. Да, видишь? Смотри, видишь белые флаги сзади прям? Смотри, как они плохо анимированы. Видишь, какой-то прям жесткий частотой плохой. Подходим ближе. Видишь, они уже получше. Мать, что это на? Чувствую, сейчас с ним бой будем. Сейчас у нас с ним бой будет. Ну, такое ощущение прям.
вперед, беги! Мы здесь уже были. Такое ощущение. Давай. Ой-ой-ой. Подносишь курица. С ним можно как просто драться. Быть еще живы? А хуй его знает, мать. Первого знает, мать. Я реально, я вообще в ахуе. Колодца говорилось, что причина бурь – душа в разлагающемся теле. Я знаю, что он говорил о последней императрице Солнца, но не понимаю, при чем тут Пимика? Она была первой императрицей. Матиас считает, что Сэмми имеет к ней какое-то отношение. Мне это не нравится. Будь ты проклят, Уитман. Ради славы ты готов на все. Наверняка разгадка кроется в ритуальном зале, но как туда попасть? Штормовые стражи надежно его защищают. Но я должна это сделать. Хотя я очень боюсь того, что там увижу. Ты одна. Давай сохранимся с тобой и погнали. Бля, если финал в этой серии будет, это будет, конечно... Ну ладно. Будет такое. Готовы? Все, ребят, готовы? Вот сейчас все готовы. Давайте пока вот... Пока сейчас кто-то, да, можете пока, давайте пока чуть отвлечемся с вами, да, чуть отвлечемся. Вот, и это, ну, это останется в серии, скорее всего, да, этот фрагмент. Пойдите пока в туалет сходите, да, кто в туалет, то покушать наложить, то попить, да, там что-то еще пойдет. Потому что сейчас будет жестко. И отходить от экрана лучше не надо. Так что давайте, пока вот минут 2-3 будет, давайте. Модерлан, 5 минут, минуточек будет, нормально, с кайфом. Я пока расскажу... какую-нибудь историю. В общем, какую историю рассказать, блять? Блин, на самом деле игрушка очень интересная, вот правда интересная и правда прям классная. Вот я говорю, если я... мне кажется, финал будет в этой серии. Мне так кажется, по крайней мере, финал будет в этой серии. Пока не знаю, но мне кажется, будет финал. Сейчас этот босс, который, это, скорее всего, босс финальный, мы его побеждаем и будет финал. Мне так кажется. По крайней мере, все к этому идет. Пока мы ждем, да, ребята, можете писать в комментариях, что да как, да, с у вас там вообще как дела, в принципе, да, готовы ли вы, наверное, уже, да, к начавшемуся учебному году, скажите, как вообще первые дни, да, прошли или проходят у вас на учебе, да, как вообще все, кайф, не кайф вообще там, да, ночью выгонять, и, в принципе, напишите мнение об игре, как вообще игрушка, кто не смотрел, кто наткнулся случайно, да, на это видео, посмотри, где в описании, там есть ссылочка, повторюсь, вначале говорил, есть ссылочка на плейлист, посмотри обязательно с первой серии эту игру, потому что не то, чтобы тебе прям будет капец как понятно, но это там более, знаешь, как сказать, увлекательно. Если зайдете первой серии, можешь продолжать смотреть и фигачить, смотреть
Нет. Не скажу, что там прям будет, знаешь, как-то поменяется выбор. Просто там смешные серии, просто чтобы отдохнуть и все. После рабочего дня, либо просто, да, после каких-то, не знаю, от проблем каких-то, да, там, отвлечься. Почему бы нет? Я ради этого и делаю контент. Чтобы развлекать вас в первую очередь. Вот. Так, в принципе, игрушка прикольная. Прикольненькая. Так, ну чё, все пришли? Все? Ещё нет? Блин. Ещё не все пришли? Блин, жалко. Да, пока историю расскажу. Короче, как-то раз, в школу гонял, короче, малым. На автобус сел, собственно. Еду, короче, ну, понял, еду, доезжаю до, ну, школы, там, пройти там пару метров. Вот, ну, выхожу, короче, прохожу, иду в школу, короче, и перед входом вспоминаю, что я, видимо, забыл сменку. Вроде сменку, да, забыл в автобусе, представляешь? Я-то прям очень сильно, ну, охерел. Я офигел очень сильно и понял, что, ну, такое, конечно же, такое. Вот, и, собственно, что? Что ты думаешь, собственно, да? Собственно, она не нашлась, да, я сказал, что нет, у меня сменки, все, я ходил вот там в зимний, это вроде зима была или осень, ну, конечно, такое прям, ходил обуви уличные, и все. Мне, конечно, ругались, как, где твоя сменка, я говорю, ну, я в автобусе забыл, что поделаешь. Вот так вот, ребятки, вот так вот бывает, да, ну, такая вот бывает. Напиши какую-нибудь тоже такую маленькую мини-историю из... Свою историю, напиши в комментариях свою историю, да, мини-такую историю, было бы, мне реально почитаю, очень интересно. Очень интересно. Короче, все пришли, да, собственно, уже все пришли. Ладно, давай прям еще пару секунд подождем, да, чтобы никто не гнялся потом в комментариях. Говорит, ясно. Сказал, подождешь, а в итоге сам вот это да. Все. Ребят, кто не успел, не обессудьте, извините. Вроде 5 минут уже прошло, поэтому мы начинаем. Сейчас будет жесть. Поехали. Поехали. Патриков там дают. Задержи! Каким образом? Жесть. Поехали, ёпты, давай. Поехали. Бам, нахуй. Пососёшь хуя. Ага. Как дела? Ой, ёпта! Ты чё? Мальчик. Не попутал? Не попутал, ничего. Ой, сколько сейчас здесь лута, ребята. Лута здесь, короче, сейчас немерено. Погнали. Лутача, все.
И их залутаем для начала всех. Давай, 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 давай. Сюда никак не заберусь. О, добрый вечер. Ебать! Что происходит? Бля, жесткие! Что происходит? Ёпта! Лучников надо херачить в первую очередь. Я... Где он? Мальчик, ты не на то бы напал. Знаешь, что у меня кроме лука есть еще кое-что. Классное оружие в этой игре. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А, блядь. Куда ты побежал, дорогой? Поехали к нему прям. Перезаряжаем все. А вот еще. Ох, столько патрон здесь будет потрачено. Ёп. Вроде все, я понимаете, просто пытаюсь и как бы смотреть, чтобы они сзади не были. И излутать все. У, ёпта, ты че, мать? Не надо так. Поехали. Ой, блядь, вы что-то жесткие, ребятка. До свидания, блядь. Я не хочу с вами дружить. Мальчик. Ты что удумал? Патрика, патрика. Ребятки, вы что думаете? Так просто будет? Нет.
вам нахуй. Но они пока, не видишь, не заспавнились. Куда мы вступили? Поехали. Их не это не многовато ли? Подожди-ка, блядь. Меня это вообще не устраивает. Кардинально. Нужно экономить. Можно кастену пропустить. Сейчас здесь все залутаю. И всех. Только здесь патронов дают, не могу их взять с собой. Начнем максимально уже. Здесь никого нет, понятно. Проработана тема. Ну вот он, босс. Let's go. Let's go. Залагало. Просто залагало. Нормально. Я считаю, это вообще прям нормально. Ну, игре сколько лет уже? Ой, 10. Ага. Да. Здесь надо будет расслабиться чуть-чуть. Уже хоть что-то. У нас не было шанса. Они ждали. Их были сотни. Мы не добрались до священного зала. Мы были обречены. Сейчас я жду, когда за мной придут мои предки. Я слышу их. Они поедают плоть моих товарищей, поглощают их души. Кругом смерть. Я остался последний. Что меня ждет? Та же участь? Предки, услышьте меня. Умоляю, избавьте меня от такой судьбы. Пока за мной не явились демоны, они, возьмите меня к себе, прошу. Дайте мне умереть спокойно. Солдат, последний бой. Несчастные солдаты, они знать не знали, зачем их сюда отправили. И все они погибли. Это не должно повториться. Так, мне срочно нужны патрончики. Этому китайскому гончарному изделию тысячи лет.
Оно попало сюда еще до основания Яматая? Так, здесь больше ничего такого нету. Что-то внизу там. Вот так, наверное, лучше, да, стало. Так, ну чё, твердая рука, винтовка, пистолет у нас тут осталось, да, типа можно добивание сделать здесь. Картография, сбор костей. Картография, что? Давай. И давай-ка мы с тобой вот это прокачаем. Глушитель, тарник, барабанный магазин, либо что из этого? Я думаю, вот это прям будет хорошо. Это прям очень хорошо. Так, ну давай, что дальше? Let's go следующим. Let's go сразу же. Что-то мне туда вообще не хочется. Нам нужно идти. Ой, подожди, а здесь... Там что-то лежит вон. Забираться. Я был вынужден это сделать. Лара не оставила мне выбора. Если бы только она умела играть по правилам, я бы обязательно включил ее в свои планы. Но ей не хватает жесткости. Это открытие станет только моим. Рубикон перейден. Как бы это ни было прискорбно, но она никогда уже не покинет этот остров. Никто из них не покинет остров. Ну, а что бы ни случилось с Эмми, но это только привлечет внимание ко всей этой истории. Не думаю, что Матиаса или его братство можно в чем-то убедить. Поэтому мне надо исчезнуть, как только закончится обряд. По-моему, я отлично подхожу на роль единственного выжившего, который вернется сюда с полицией, с камерами и достаточно скорбным выражением лица. Уитмен за чертой. Уитмен глупец. Его погубили собственные амбиции. Это факт. Хотел одно, получил другое. Я видела похожие артефакты из Банчианга в Таиланде. Как же это попало на Яматай? Не знаю, слушай. Не могу тебе сказать. Ой, там наверху что-то еще. Thank you.
нужно попасть туда. Туда забраться. Отсюда, что ли? Ой, ёпты! Нахуй. Подожди, как тогда? Тут есть проход. Все проще, чем кажется. Нет. Нет, она на это не зацепится. Что нам нужно сделать-то, блядь? А-а-а! Бля. Все проще, чем кажется, короче. Подожди, мы тут заберемся и по этой шли залезть. Отцепи. Нет. Нам точно не дотянуться. О, блин, сложно нахуй. Ладно. Ладно, это не сложно, нихуя. Ебать. Чё мы тупим-то с вами? Правильно? Мы сейчас с тобой вот так просто сделаем, и всё, оно столько раз пододвинется. Thank you.
Подожди, блядь. Ну не зря же вот здесь выемка, правильно? Нормально, залезай, залезай. Смогу? Я перепрыгну. А-а-а, ебать. Так все правильно сделал. Наш цеплять за клетку эту саму. Все правильно, я понял, бля. Очень классно, блядь. Очень люблю. Подожди. Да. Подожди, может быть там сверху надо. Ну, чисто так уже. Да. А ну-ка. Императрица Солнца. Огненный обряд, выбор преемницы императрицы. Избранная жрица входит в монастырь. Она получает твою власть и становится новой императрицей. Так значит... Многие с радостью отдали душу за этот дар. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Сосуды. Она передает не власть, она передает душу. Все эти императрицы были тобой, Пимика. Первый и последний. О, боже. А теперь ты хочешь Сэмми. Но ты ее не получишь. Сэмми. Вместилище для души императрицы. Я должна это прекратить. Ну вот. Много у нас с тобой мой проход, два прохода есть. Выбора у меня нет, и я смиренно принимаю свою судьбу. Сегодня я поднимусь по широкой лестнице в зал солнца, но не подчинюсь обряду и не стану новой императрицей. Тому, что я узнала, никто и никогда не поверит. Но это правда. В императрице Солнца живет немыслимое зло, жаждущее вырваться за пределы Иматая. Это безумие должен кто-то остановить. Решено. Я приду в зал с кинжалом, похищенному у командующего стражей. Когда императрица поймет, в чем дело, будет уже поздно. Все, что я собираюсь совершить, я делаю ради Иматая. И все жрицы последуют моему примеру. Мой смертный час пробил. Хоси, конец. Хоси оказалась перед поистине ужасным выбором, а я, похоже, повторяю ее путь. Но какой выбор предстоит мне? Ну, сейчас и узнаем, бля. Или на следующую серию. Давай-ка мы это на следующую серию с тобой оставим. Спасибо за просмотр. Такая серия была. Подписывайся на канал, ставь лайк, тебе несложно, приятно. Тебе несложно, мне приятно. Это реально огромное спасибо реально тем, кто это делает. Это реально огромная поддержка мне. Прям целую, обнимаю каждого. Вот, спасибо еще раз за просмотр. В принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.